В Ленский район требуются слесари, токари, электромонтеры, газоэлектросварщики, повары, водители, врачи, учителя и строители. В год содействия занятости здесь планируется провести значительную работу. В 2018 году трудоустроиться должно как можно больше наших земляков. Об этом заявила руководитель Ленского центра занятости населения. В среднем центр ежегодно трудоустраивает около половины своих клиентов. Зачастую предприятия привлекают на работу жителей других регионов, предпочитая вахтовый метод работы. Подобная ситуация складывается не только в Ленском, но и в других районах республики. Чтобы защитить местный рынок труда, руководитель региона Егор Борисов в начале 2017 года подписал указ о запрете привлечения иностранной рабочей силы по отдельным видам экономической деятельности. В конце прошлого года этот список был дополнен.